Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если любишь штурм лего-здания. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чентони, и сегодня у нас штурм лего-здания на большой черной мамбе. Привет всем, господа хорошие! Мамба приветствует вас! Вы посмотрите на ее глаза! Ох, какая она злая, а! Ты так прикольно сказал, мамба вас приветствует. Она хочет вас всех сажать, в принципе, и защитника лего-здания тоже. В общем-то, данную идею предложил кто-то из подписчиков, я уже точно не помню ник, потому что видел несколько дней назад его. И я так подумал, в принципе, что с Антохой снять можно, потому что вроде как интересно, змея должна красиво разлетаться, но самый главный вопрос, может ли она уничтожить здание? Да, ну это мы сейчас и проверим. Давай-ка, начинай свои деяния грязные. Да, я тут, короче, ребятам показал, что змея пуля непробиваемая, но думаю, что на ракеты это не распространяется. Да, ну давай проверим, кстати, сразу. Чего? Промазал. Не, она у меня смертная. Господи! На тебе за это! Ты просто ужик, брат, ты ужик. Куда поехал? Алло. Оба, к зданию поближе. А ты не забывай, что мы тебя ядом расщепляем. Опа! Алло, ты что, его таранишь, что ли? А, нет, стреляю. Вокруг катаюсь, стреляю. Я чуть не упал, господи. Слушай, а оно упало. У тебя как бы первый этаж провалился, и на втором стоит теперь здание. Это что за чистическая херня? Да я как бы вижу, но меня почему-то отталкивает. Господи. Я внутрь здания залез, братан. Да ладно. Завязывай, дядька. О, я улетел, господи, вместе с ним. Ну, обалдеть. Ты у меня просто упал. Господи, он разбился. Ребята, вы видели, что сделала змея? Она просто как бы прошла сквозь дом и пофиг ей. Я охренею, что я сейчас видел вообще? Конец своей жизни, братан. Я видел, как у меня дом попал под землю. Потом я полетел, я встал сзади него. Видел, как ты там под домом лазишь, короче, ну это жесть. Это, короче, походу, яд у змеи подействовал. Сначала галлюциноген, а потом тебя хапы сожрали. Да, и у тебя, кстати, сейчас вот задняя часть прям сошлась вместе с передней частью. Ну, короче, это не описать словами, друзья, это вам надо смотреть просто. Ну да. Слушай, пол змеи осталось, пол змеи сделал свое дело. Ну, слушай, первой ракетой прям ты ее красиво расчленил. Ну да, я откусил прям большой кусочек. Слушай, я предлагаю сейчас поменяться местами, а потом, если это здание реально окажется такое плюшевое, прям мы сделаем здание побольше, какое-нибудь помассивнее. Ну давай попробуем. Погнали. Друзья, ну что, давайте попробуем, на что способна мамба, черная мамба, злая такая мамба, блин, он мне уже кусок откусил, вот засранка. Как отрубить кусок челюстоногого? Эй-эй-эй-эй-эй! Вот так вот. Слышь, твою ж мамку, слышь! Ой. Я немножко влепал. Головастик, смотри. Господи, она сверху вообще похожа на черную какую-то хрень. Если бы я глаза красные не сделал, вообще бы видно не было похоже, что это такое. Да, ну это такая вот. Червяга, блин, подколодный. Господи, братан, здание. Что с зданием? Ой, ой, я его сдвинул немножко. Господи, ой, брат, ты что делаешь? Ужик тебе тоже сломал. Ужик, короче, просто сожрал, вы посмотрите. О. Оу. Я, у тебя, кстати, этот мешочек с ядом выпал. Ты меня, короче, убил, по-моему. Ну да, прям полхари снес. Господи, как здание летает, а. Слушай, ну змеюка прям что-то вообще мощное. То есть буквально даже и минуты не прошло, она здание это расчленила пополам. Ну она просто, да, она под него подлазит и все. Там уже тяжело по ней попасть, и она просто начинает его расстреливать, здание это. Ну смотри, я с базуки как бы стреляю в здание, оно не расслаивается. А если стреляет змея, да, то здание, в принципе, прям сразу этаж расслаивается у него. То есть ну там да, мощность хорошая выстрела. Пушка. Да-да-да. Блин, ребят, пишите в комментариях, что думаете. Мы сейчас поменяем небоскреб и попробуем, в принципе, защитить его. Да, погнали. А что ж, ребята, защитники отстроили себе новый небоскреб. Кстати, он сдалека так смотрится, прикольно выделяется. Офигенный небоскреб, мы даже в нем внутри ходим, ёпси, по лестничкам. Смотри, смотри, смотри. Да? Да. А но ты с какой стороны едешь? Змеюка учуяла человечину, поэтому она уже здесь. А ты с какой стороны? Ах ты, какой длинный, мама мия. Господи, я себе хвостом по морю дал. Надо тебя немножко укоротить, по-моему. Стоям бы. Охренеть, вот он длинный. Вот кусочек, бах! Длинный-длинный ужик.
Ужик-ужик длинный. Да хорош валить боком, алё. Слушай, а почему у меня все, на чем бы я ни катался, валит боком всегда? Я не знаю, брат, ты просто дрифтер от бога, наверное. Походу. Так, мамкин дрифтер. Юрач, мамкин дрифтер. Змея подкрадывается незаметно. Я что-то заметил. Насчет незаметно... Ой. Слушай, у меня... как мне по тебе бить-то, здесь окна. Эй, алло. Это отлично. Слушай, змея очень мощная. На тебе хвостом. На! Блин, ну чуть-чуть, на самом деле. Да задолбал ты меня, если честно. Эй, ты что делаешь, слышь? Так, тихо. Эй, какого хера? Она у тебя что, бессмертная, что ли? Алло. Нет, смертная. Нормально все. Какого хера? Я не могу ее вообще оторвать. Ты косой просто. Да ладно. Так, давай. Вокруг здания просто обвиваем. А что, кстати, не разлетается? Хотя я не знаю, почему. Бессмертие выключено, я тебе серьезно говорю. А? Бессмертие выключено. Во, наконец-то хоть кусочек отлетел. А, значит, ты просто косой был, я понял. Я косой. Ах ты зараза! Я, короче, хочу как бы. Ай! Че там? Змея сломала себе челюсть. Ну кто? Кто защитник лучше? А кто защитник? Ну ты вообще бесполезный защитник. В смысле? Ты видел, как я его уничтожил? Так я умер, я этот. Клыками в здание врезался. Я возродился. А, вон ты уже, ёпся. Я родился. Ты родился. Вот это рождение. Такой херовин. Вот так тебе. Херовин, да, это точно. Все мы любим мамбу. Ёб твою мать. Я тебя убил. Убил. Хорошо попало. Я тебя убил, брат. Так, хорошо. Змея прохавала. Теперь сразу на ускорение, на максимальной скорости просто. Вижу, как ты летишь. Видишь? Да. Каким образом ты видишь, я не знаю. Вау, нифига ты дрифтишь. Вот это нормально. Вот это было вообще эпично, слушай. Минус змея просто. Блин, ну прикольная, короче, змейка. Ребятки, если вам нравится штурм здания на змее, обязательно пишите, возможно, мы еще повторим. Возьмем других ужиков. Поменьше. Ой. Че ее на поворотах-то заносит, алё? Прости. Так, простить, значит, тебя, да? Да. Простить. Ага. Ой. Ты че? Кто стреляет? Ты че, рассердилась, что ли, змея? Да, она хочет. Ой, ты какая маленькая, такая хорошая девочка. Девочка? Я тут сказал, что она девочка. Не знаю. Может, это королевский мамб. Да он маленький. Вот, из всё. Семейства черных. Смотрите, какой. Вот он хорошенький. Он не едет, ему стабилизации не хватает. Он уже охерел просто. Блин, у тебя здание стоит на одной. Слушай, у меня лестнице. Да, у меня осталось здесь вообще плюнуть, и я умер. Так, ладно, сейчас плюнем, братан, подожди. Давай, плювай. Не, ну слушай, если, в принципе, на большом ускорении влетать в дом, то она как бы снесет. Но интересно не в этом, я пытался закрутить как бы, чтобы сломать, не получилось нихера. Ну давай. Попробую закрутить. Я просто защитник-то никакой, как бы. Оп. И все. На! Ах, да ты ладно! Тварь, блин, ползучая. Господи, здание прям на всю змею упало. Да, я вижу. А я еще и выжил, да ладно. А, не умер. Нет, ты умер. Да. Господи. Прикинь, она сквозь здание проехала просто. Да я охерел вообще, что сейчас было. Ну, конечно, смотри, ее потрепало не слабо. То есть защита-то как бы отлетела, теперь это гусеница черная. Да, но здание она сломала неплохо, кстати. Не, ну весьма, да, красиво весьма. Сейчас здание полетело, еще и на нее упало, но довольно-таки прикольно получилось. Господи, опять все, челюсть сломалась. Блин, ну неплохо, мне понравилось. Давай попробуй ты тогда, а я попробую защитить дом. Дом, милый дом. Блин, какое высокое здание. Окей, я побежал внутрь. Сейчас я тебе устрою внутрь. Знаешь, что за тобой едет? Черная мамба. А ты из семейства негров или я кого? Нет, я из семейства афроамериканцев, понял? Ага. Ёпа, ты че? Что говоришь там? Братан, ты черный. Да я знаю, брат. Помойся. Такое вот дело. Оба! Нифига я тебя зацепил сейчас как! В смысле? Ну хвостом, ёпси. У тебя хвоста нету. Где ты там вообще? Господи! Змеи...
Я прям вот здесь вокруг тебя, короче, на дрифте, понял? Я не в ту сторону бежал, я понял. Блин, что-то закрутился я как-то. Эй, тихо. Ты что, мне голову отрубил? Нет. А, нет, смотри, у меня челюсть отпала, я живой еще. Ах ты читер. Нормально, нормально, слушай. Бедная змея, она мучается, надо ее этот... Ни хера не мучается, она радуется, наоборот... Ты что за зданием сделал? Ты что за зданием сделал? Я живу! Слушай, я не специально, брат. Я живу! Просто... Господи! Оно охереть улетело у меня в город вообще. Да? А я на нем, я живой. Я не умер, кстати. Да, ты на нем в городе у меня летаешь. Серьезно? Господи, вы посмотрите, друзья, что происходит, блядь. Блин, а как спуститься? Ты у меня в небо теперь улетел. Я спускаюсь. Охереть, друзья. Вы не говорите, что это не свое... Нет, сошел с ума. Все. Я избавил тебя от мучения, я к тебе залез. Я победитель черной мамбы! Ребят, в космосе стоит. Посмотрите, куда он вообще улетел, мамба мия. Охереть. Блин, ну это жестоко. Слушай, давай змею восстанови, давай ты просто на всем ходу протаранишь здание. Давай попробуем. Просто интересно, насколько жестко оно отлетит. Давай, так, давай попробуем, прямо сейчас вот, на ходу, прямо вот так. Так, почему я в змее? Так, хорошо. Все. Все, давай, я готов. Давай, лети. Я возьму как раз разгончик побольше. Так. Просто. Тан-таратан-тан-тан-таратан-тан-таратан-тан-таратан-тан. Даже на ручной передаче еду. Ого! Нифига, она шпыряет сильно, да, я знаю. Обалденно. Ну что ж, держите свои яйца. Господи, она просто впечаталась со всей дури. Да-да-да, она прям в него вошла, короче, и типа зацепилась. Шифтуй. Да я шифтую, ёпся, я сквозь нее проехал. Обалдеть, ребята, лайк. Я сквозь здание проехал, смотри. Я вижу, и оно стоит еще. Я в тебя, кстати, ни разу не стрелял. Ну, я понял. Обалдеть, вот это бешеная змея просто. Сейчас еще дырку сделаем. Давай, пробуй. Офигеть. А, я, кстати, тебя вижу. Ноги твои. Ну да, что я сижу здесь. Все, на тебе на голову просто здание упало. Я еду. Это так эпично смотрится, я там как этот, как Джек Воробей стою просто на тонущей шлюпке. Смотри, я до сих пор еду, брат. Ну все, я повалил тебя. Ну, оно еще... Оно как... Оно зависло, что ли, по этим? Не-не, оно упало. Ай, блядь, я создание упал. Сам. Оно, кстати, так медленно сыпется, смотри. А что, я живой? Я без понятия, почему ты живой, но я свалил здание, да. Блин, ну, ребят, вы сами все прекрасно видели, это получилось очень эпично, очень прикольно. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наши каналы, все ссылочки есть в описании под видео, и не забывайте предлагать такие же интересные идеи. Да, ребятки, и всем пока-пока. До скорой встречи.